Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить легкий куриный супчик. Для него нам понадобится один окорочок, 2 картофелины, 2 небольших помидора, 1 средняя морковка, 2 горсточки вермишели или лапши, соль, перец и ваши любимые специи по желанию. Приступаем! Первое, что нам необходимо сделать, это отварить окорочок. Пока варится мясо, займемся зажаркой. Морковку чистим и натираем на крупной терке. Если у вас помидор твердый, то его можно почистить просто как яблоко. Если же мягкий, то нужно сделать надрезы крест-накрест, опустить в горячую воду, потом дать им немного остыть и снять с них шкурку. Нарезаем помидор мелкими кубиками. В разогретую сковородку наливаем растительное масло и тушим сперва морковку. Затем к морковке добавляем помидоры. Не забудьте посолить курочку. Как только мясо курицы будет готово, выкладываем картофель. Как только картофель закипит, добавляем вермишель и зажарку. Картофель закипел, добавляем вермишель. И сразу добавляем заправку. Небольшой лавровый листик будет кстати в этом супе. Ну что ж, супчик готов, можно наливать и подавать на стол. Суп получается легкий, вкусный, ароматный. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!